Всем доброго времени суток, с вами канал ArtMoney. Сегодня у нас видеообзор на вот такой холст из фигпрайса, он уже с рисуночком. Здесь в набор входит сам холст, одна кисточка и 7 красок для детей плюс 6 лет. Вот, покупала его в фигпрайсе. Здесь вот тоже вот нарисовано, как краски разбавлять, чтобы получить какие-то другие цвета, потому что всего 7 штук. Вот, и давайте его откроем. Что же там у нас внутри? Так. Опа. Так, там у нас... А там еще что-то... Точек. Ага. Так, все тут пусто. Пока отложим. Угу. Да, вот она, кисточка, которая катается из стороны в сторону. 7 красок. И даже в этот раз ходят болтики. Потому что в прошлый раз я тоже делала обзор на холст из фигпрайса, другой немножечко. Вот, там болтики в комплект, по-моему, не входили. И здесь даже инструкция, как его крепить. Вот. Вот сама картинка. Давайте его посмотрим. Довольно хотела. Ногтем хотела. Так, где мой ножичек? Давайте с шилом попробуем. Вот. Так, ну вот мы его распаковали. Здесь я вижу, отрывалась немножечко, как будто расползаться собиралась. Так, состав сейчас мы посмотрим. Состав: МДФ, полиэстер, железо, полиплин, полиплин. Так, что-то состав. Такой, ну, типа там холста что-то. Ой, красочки вообще малюсенькие. Маленькие-прималенькие. Да, давайте откроем какой-нибудь, посмотрим. Опа. А, жиденькие. Вон видно чуть-чуть. Хорошо. Хотя их все равно некуда использовать. Так. Кисточка обыкновенная, даже не щетина. Самая-самая простая, но хорошая, кстати, кисточка. Я люблю такие. Синтетика. Вот, и дюбель. Шурупчика. Ну, все как положено. Хотя здесь мне казалось побольше, их 5 штук в наборе. А, нет, да-да-да, все верно. Маленькие вот есть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Нет, 4 штуки в наборе. А там 5 должно быть. А, отвертка еще. Нарисована отвертка, но ее что-то нет. Видимо, она не должна быть все-таки входить в набор. Странно было бы, если бы еще была отвертка в наборе. Так, сам холст. Мы видим то, что тут вот не нравится мне вот это вот не дерево даже здесь, а какое-то как раз, как там написано было, МДФ, типа из стружки там что-то сделанное. Вот. Вот сам холст, он довольно мягенький, удобно. Ну, здесь вот, конечно, какая-то там ткань, не знаю какая даже, явно, наверное, не хлопок и
ничего такого подобного. Но выполнен, кстати, он довольно хорошо. Здесь вот довольно на уголках все сделано хорошо. Такой он довольно аккуратненький. Давайте для сравнения посмотрим с вами холст, который я делала обзор чуть меньше года назад. Тоже из фигпрайса. Вот на такой я делала, он у меня еще пока лежит. Сейчас мы посмотрим, как сделан он. Вот он. Ну, конечно, он гораздо лучше. Он стоил тоже где-то около 100 рублей, даже, может быть, поменьше. Но здесь, видите, другие краски совсем. И здесь вот именно уже дерево. Вот, даже если, допустим, эту картинку на... Не именно, допустим, эту картинку нарисовать, а нарисовать совершенно другую картинку здесь... Здесь, кстати, очень четко, здесь вот не так. Вот тут хорошо, что не так. Здесь можно его загрунтовать и нарисовать другой рисунок. Здесь тоже, в принципе, можно, но уже посложнее немножко. Но этот хорош, потому что здесь деревяшечка. Если его будете продавать, то продать можно дороже с деревяшечкой, чем, допустим, как здесь. Вот непонятно что, как-то самый дешевый материал, но стоит при этом 100 рублей. Я взяла таких две штуки. Вот, но больше я, наверное, не пойду туда брать, потому что я не знаю, как будет продаваться потом картина вот с такой штукой. Она не настолько качественная, как, допустим, просто дерево. Здесь дерево, да, вот здесь вот как стружка слепленная. Вот. Тут вот что-то идет, вот оно. Еще надо открывать, смотреть их, проверять. А здесь вот были очень качественные, они хорошие были. Все хорошо, видите, и краски здесь, и палитру здесь положили, и все очень красиво. Все прям так качественно. Хотя материал, да, материал тот же самый, только этот побелее. Это, может, уже лежал долгое время. Ай, кисточка. Кисточка такая же, поменьше только по размерам. Не знаю, может быть, конечно, и хорошо будет продавать, но меня, например, лично вот это смущает. Тут видно, что вот она такая. Сейчас покажу поближе. Вот, видите? Сейчас. Ладно, в принципе, в конце ролика я обязательно сделаю фотографии. Там все будет видно четко. То есть все вот недочеты. Но, блин, честно, я бы не рекомендовал покупать этот холст, если вы покупаете для продажи. Тогда лучше не надо. Не знаю, как люди купят. Конечно, если здесь белым цветом вот так все закрасить полностью с этой стороны, тогда, может быть, да. Потому что до этого я покупала холст из двух ниток. Но тогда я, когда покупала, я еще... не разбиралась в них. Я думала, они все одинаковые. А там получилось так, что этот холст стал просто расползаться вот здесь, вот по бокам. Когда я покупала, я этого не заметила. Посмотрела, ну, все нормально, супер, все. Единственное, она была только уже прогрунтованная вот с этой стороны. Я еще думала, зачем они ее, вроде я сама могу. Вот, но они вроде в качестве подарка вам вот прогрунтуем. А потом уже, когда я стала разбираться, я заметила, что у меня тут все ползет. Вот, и стала уже читать, смотреть, что, как. Здесь вот тоже, в принципе, она, наверное, ткань прогрунтованная тоже. Наверное, это тоже самая двунитка, скорее всего. Ну да, это вот тоже что-то надо будет ее отрезать. Или, в принципе, да, можно прокрасить. Когда нарисуешь уже, все беленьким прокрасить, и все. Как будто бы она вот так вот дальше туда идет. Вот. Вот она. Такая. Ну, здесь, да, видите, хорошо то, что здесь очень тоненькая. Может быть, для тех, кто рисует, это будет не очень. Допустим, я буду его загрунтовывать. Для меня это плюс большой. Не будет видно. Вот. Ну, недочет его, здесь немножко грязь вот какая-то. Тут вот пятнышко вы видите. Запаха почти нет, только дерево. Кисточка хорошая.
Вот, в том холсте я уже забыла, какая кисточка. Вот, здесь хорошая. Вот, ну и булочки, это тоже очень хорошо. Ну, эти, они совсем другие. Там в тюбиках это гораздо удобнее. Выдавила все, а тут вот она быстрее засохнет. В принципе, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, смотрите другие мои обзоры. В скором времени мы будем этот холст с вами грунтовать. Я покажу, как и что это все делается. И потом будем на нем рисовать. Вот. И всем пока-пока.